Сегодня же в Минске стартовал республиканский этап международного конкурса WorldSkills Беларусь среди учащихся профессиональных колледжей и лицеев. Ну, если коротко, то это конкурс лучших в своем деле. Более 300 человек будут соревноваться по 37 специальностям. Среди них мобильная робототехника, мода и веб-дизайн. Впервые в конкурсной программе мультимедийная журналистика. Здесь же на форуме презентуют и секцию DeafSkills. Это первый в мире чемпионат профмастерства среди людей с нарушениями слуха. Дизайн одежды и веб-дизайн, информационные технологии, где ребята показывают тоже, что несмотря на некоторые ограничения, они тоже могут быть социализированы, вовлечены в профессиональную деятельность. Это значит, что пройдя путь как участник на мировой площадке, они сегодня ретранслируют эту технологию, эти навыки на молодежь и вовлекают их в выбор осознанный и получение профессиональных высокого уровня навыков. Чемпионат рабочих профессий WorldSkills в Беларуси проходит третий раз. Победители республиканского этапа представят нашу страну на мировом первенстве в следующем году в Казани.